Звуки, они наполняют мир вокруг нас. От способности человека улавливать тончайшие звуковые колебания порой зависит наша жизнь или смерть. Елена, do you realize? Елена, вы понимаете, какой это опасный номер? Да. Сцена ваша. Клеопатра. Ее имя окружено множеством секретов. И главный из них — секрет жизни — унесла змея, укусившая царицу. Жизнь змеи зависит от того, насколько хорошо она может ощущать вибрации окружающего мира. Сегодня моя жизнь будет зависеть от того, смогу ли я почувствовать тончайшие вибрации тайской кобры, одной из самых ядовитых змей на Земле. Это действительно опасное испытание, поэтому я хочу пригласить на сцену мужчину. Кто из вас готов рискнуть вместе со мной? Может быть, спортсмен решится? Поддержим Евгения. Евгений, поверьте, я тоже очень волнуюсь. Спасибо. Я приглашаю на сцену профессионального змеелова Владислава. Прошу, Владислав. Евгений. Перед вами 5 корзин. Я прошу, проверьте их. Откройте. Пока они пусты. Сейчас я попрошу вас выбрать одну из корзин и поместить в нее змею. Будьте предельно осторожны. Укус тайской кобры смертелен. Закройте крышку плотно. Зафиксируйте ее. А сейчас я попрошу вас раскрутите поворотный круг так, чтобы вы сами не могли понять, где находится змея. Начинайте. Как только вы будете готовы, дайте мне знать. Готов. Готовы? Да, готов. Итак. Евгений, у вас есть с собой часы? Снимите их, пожалуйста. Дайте мне. Внимательно посмотрите на этот циферблат. Я попрошу вас сейчас еще раз выбрать любую корзину и бросить в нее ваши часы. Имейте в виду, может случиться так, что вы выберете корзину со змеей. Еще раз воспользуйтесь помощью профессионала. Прошу вас, будьте предельно осторожны. Как только опустите часы в корзину, закройте ее крепко. Если вы сделали это, подойдите ко мне. Я попрошу Владислава раскрутить поворотный диск так, чтобы мы с Евгением не могли понять, где находятся часы.
Готово? Евгений, встаньте рядом со мной. Сейчас, полагаясь только на себя, я должна почувствовать, где змея. Полагаясь на вас, я должна найти ваши часы. Вы готовы помочь? Постараюсь. Положите руку мне на плечо. Нет, вы прикасаетесь. Мне нужно чувствовать вашу мужскую руку. Нет, на это плечо. Возьмите меня крепко. Вот так, хорошо. Не отпускайте ни в коем случае. А теперь сконцентрируйтесь на своих часах. Представляйте, сколько раз в день вы смотрите на этот циферблат. Вспомните, как они появились в вашей жизни. Евгений, думайте, это очень серьезно. Сегодня у меня нет права на ошибку. Думайте о часах. Начали. Давайте начнем с ближайшей корзины. Корзина пуста. Евгений, вы хотите рискнуть со мной? Исключено. Исключено. Это ваш выбор. Я буду рисковать одна. Корзина пуста. Извините меня, это не змея, это ваши часы. Прошу вас. Итак, осталось две корзины. В одной пусто, в другой змея. Я попрошу полную тишину в студии. Змея здесь! Евгений! Вы получили свои часы, а я сегодня избежала участи Клеопатры. Евгений, ну правильно, что не стали рисковать. Елена, а за вас мы очень переживали. Ури, ну, каковы ваши мысли по этому? Елена, вау! Елена, вау! Я никогда раньше не видел, как женщина укрощает ядовитую змею. Никогда. Ваша демонстрация просто фантастика. Напряжение достигло предельной высоты. Я впечатлен, и я рад, что нам не понадобилось противоядие и доктор.